Какой же сочный интернешнл в этом году, просто бешеные эмоции. Самый большой призовой фонд за всю историю чемпионата, но выиграют его только проигроки. А что же делать обычным работягам? На тесте дроп тебя ждут новые кейсы со всеми призами из боевого пропуска, а также челленджи. Выполняй их и получай тысячи коины, халявные сундуки, врывайся в топ и выигрывай куру за 100к. Хватит офакашить под фонтаном. Бери мой промокод, переходи по ссылке в описании и получай кучу призов. Тесте дроп. Стань победителем уже сегодня. За дело берется мясник. Там челик 65% винрейта на мипаре. Она не харкает Путину. В харде будет стоять. Халпани тогда убить. А, бля, я шпалку не вкачал, как я тебе помог. Хотя бы с руки. Давай, бегу. На мифа гений? Дай палку зарядить. Все, убивай. Главное, что он сдох, плевать. Ладно, смотри, это был умный мув. Это был умный мув. Ну то, что он тэп-аут не делал, то что... Он не такой дурак. Ладно, все, забыл, дурак. Не, смотри, если бы он тэп-аут начал делать, когда ты пришел, тогда бы можно было понять, что он тупой. А так он выжидал. Плюс еще ветку под себя посадил. Тяжкая игра будет, я уже чувствую. Как бы мипа пикер. Клятый. Плюс еще бурда пикер. Это жесть какая-то. Мипа пикер и бурда пикер в одной катке. Вы что там совсем ебобо? То, что я на нем ФБ сделал, это не значит, что я сейчас типа мид выиграю. У меня хлебальник сверни сейчас просто. Хотя нет, он тупенький. Возможно, надеялся, что левел получит вовремя. Но это, даже если я Смит выиграю, как бы мне это не значит, что все хорошо будет. Че по центрям? Не буду с ним махаться. Велика вероятность, что огребаю. Опа, на второй высрался. Все. Ой, блин, я не ту кнопку качал. Все, мне хана, мне хана. Только не стукай, ладно? Я жить еще хочу, мне парь. Не надо. О, правильно, забирай, забирай. Так, Леон забирает, хорошо. Главное, что не мипа. Мипа себя эти астаки делают в лесу. Не успел. Уже опасно стоять рядышком. Надо хук, короче, максить. Я совершил ошибку, когда... Качал рот, надо было сразу хук делать. Так, не знаю, тарить догон сразу или не тарить догон. Просто против мипаря мастхэв покупать догон. Других вариантов я сейчас особо не вижу. Уж сколько себя помню, мне всегда не хватает, ну, такого маленького кропалика, чтобы его добить. Вот все, пущай вот так будет. Хук на двоечку. Сейчас еще какой-то, наверное, солуринг себе насыплю, или два брасерка. Хотя вообще лучше два брасерка. И он ошибается, когда дает возможность не фармить. Он, наверное, осознал, что типа...
но он огребает. О. Можно еще куда-то сходить. Скажем, вот сюда. Пришел, наказал, ушел. Сори за минус уши, я, по-моему, микрофон дыхнул. Дыхнул. Даже экспу не потерял. Ядрите полезный. Чем быстрее я возьму догон, тем мне лучше будет от этого. Сейчас соло, я не справлюсь с ним. Я его смогу спокойно убить, когда у меня будет догон. У Паджика хватает дэмэджа для этого. Не, не выполнил челлендж. Наверное, с подписатой буду пытаться выполнять. Немножко осталось вообще до догона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мипа, хорошо, что ты такой пассивный. Я бы сейчас сдох, наверное, если бы ты просто на меня внимание обратил. Сколько нужно заплатить, я не знаю. Мипа, ты же не знаешь, что я здесь, да? Хорошо. Ну все, Мипо. Я объявляю на тебя охоту, мать твою. Очень плохо, очень плохо. Догон-то еще нет. А, блин. Полезешь под тавр, нет? Я бы с ним подрался сейчас. Здесь мой брат катится, я с ним подерусь. Вот, вот этого не пора просто покоцать. Ай, блин, кацанул. Либо 8 левел взять. Просто он пуфается не через скрипты, а пуфается кнопкой. Поэтому он пуфается не в одну точку, типа, а в разные. Я не могу поэтому понять, типа, где он находится и так далее. Ай, ринг или брасерки? Давай брасерки, плевать. Все, можно на мипаре охотиться. Вон он, кстати. Блин, далеко. Сейчас встречу мипаря. Он будет здесь явно. Мим пройдет. Здорово. А я убил мипаря все-таки или как? Или его кто-то другой убил? А, понял. Рос могу. Кукусики всем. Нихао. Шалом попалом. Кирсен гудлак. Тани кукусики. Руинер, дай голос. Скучали. Наслаждаемся звуками, рекомендуется к просмотру. ВЖ, приехали. Кто-то обосратушки. Я обосратушки, я понял. Или нет?
Реген слишком много. Он явно не ожидал, что встретит такое противостояние. Спасибо за клипсы, Магон. Я даже не буду типа звук убавлять. И так нормально. Сейчас шарник разопью. Кстати, я еще в рамках челленджа нахожусь, так посмотреть. Но хотя бы в этой катке как бы находиться... А все, я не могу. В рамках челленджа, это считай... Ну, боль. Тупо паджик за кончиком бегает и веселится. Надо как-то ботинок себе еще высрать. Блин, продать надо. О. Погромче сейчас, секундочку. Тут война. На войне отвлекешься, сразу без пальца останешься. А мне пальцы еще нужны. О, у них бурдачи в лесу бегают. Тараканчики палят. Так, Леон, я тебя видел. Подойди. Подходи. Подходи, кому сказал. Таракана. У, не догоню. Хорошо. Все, сейчас прибавлю. Там вижу война наверху. Все, прибавил. О, я довел таракана, походу. Какой охуенный мув сделал. Я, короче, завидел скиллом сеточку и спрыгнул на дерево. Я так рад за себя, пиздец. Не, ну то, что мы бруды лишились, если он не зайдет, это вообще шикарно. Мипаря как бы я унизил, я выиграл мид. Он даже боится меня теперь, он просто уходит. Надо опыт брать. Что, ну, как, без опыта я здесь не выживу. Вот огонь пошел, потому что играет против мипа, а если играть против мипа... Быть не может, он как-то узнал, что я здесь! Это был изи килл. Заберем, у меня маны не хватает, просто что сажать смогу. Значит, заберем. Ну, не, подожди, если сейчас мне принесется сабля, мы изи заберем. Заканчивать эту игру. Я иду, чувак. Живи. А, ладно, нормально. Сюда завернул. Жок короткий, без таланта. Да хоть задогоню. Ладно, похуй. Дайте мне его ботинок. Капец, я медленный. Так, отсюда, все. Он скоро дробаш себе купит. О, не трожь! Моё! Хуйня. Он меня бить сейчас будет. Кто-нибудь. Будет он тебя бить. Он сейчас сдохнет. Сожри кого-нибудь. Легчаешь. Ну чувствуется, что не зря догон купил. А то тут.
Клятый мипопикер похлебало получает. Мы. Я думаю, успею по КВ собрать, но пока есть игровая. Просто челик ушел к успеху, но не дошел. Самый рофильный, что я по левелу даже мип обгоняю. Я 13, он 11. Хотя могу апнуть догон даже. Хотя не буду. Я лучше себя ган апну. Мипа в лесу, короче. Контроль теряю, контроль теряю. Война, война без меня не война. А, меня как задел-то. Кого бьют? Так, вот мипа на раздачу. Еще и кот орет, да что ж такое? Я тупо не могу подойти к мипарю! Я стоял в сторонке, и у меня ручки короткие, я не дотягиваю, чтобы сожрать мипа. А у меня контролит в сетке постоянно, тупо одну, вторую, третью, я не могу сожрать. Ёпана мать. Да не фуста, в помощь, здесь линза нужна была. Чисто вот на этом моменте сейчас всрал. О, кстати, книжку можно нажать, оказывается, можно. Окей. Блин, конечно, неприятный момент. Надо все-таки линзу, знаете, собрать первым артом. Не догон, ой, не. Ай, вы поняли, короче. Что, ручки короткие? Вот чисто момент сейчас зарешал, то, что у меня не хватает. Продать? Так. Плэш? А, ладно, с аркацами побегаю. Так, где тут линза? Вот линза, все. Он без рэва что-то поделает. Он на баса... Ой-ой-ой-ой, там нашего челика просто задушили. А это не это хелп? Ты бы, конечно, хукнул. Чё здесь у нас? Замедлили вампиризм. В данной ситуации я бы даже подумал, не знаю, замедол или вампиризм. Все-таки лучше, наверное, вампиризм. Шансы на выживание себя повыше с вампиризмом. Руинер спит сладким сном вместе с Таней. Не хочу, знаешь, портить их идиллию самогон. Ой, я под вардом бегаю. Если бы Таня не спала, я попросил ее сейчас. А так не могу. Вон. Так она что, не спит? А, так ты не спишь. Да я хотел попросить кота показать. Не опять основа. Мне кажется, капсда. Мипа идет. Вот не хватает в данный момент, не хватает этого. Ганима. Ну главное, что макака хлебальники поломал. Максимально душу мипаря. Вот, все отлично. Был бы у меня аган, я бы сейчас второй просто хук зарядил, мне паря и закончил. Может худик прикупить? Да нет, не надо худик. Нет, меня физухи херачит. Смотри, видишь, 1500 физухи.
если посчитать, сколько физдэмэджа вообще меня влетело, то худ себя вообще никак не оправдывает. Мотогани бы себя оправдал. Там 450 чистого дэмэджа, плюс два раза я смогу хукнуть, как бы хук, ты жрёшь, потом еще хукаешь и догонишь. Это минус любой мипа, плюс если еще кто-то поможет в этот момент. А сейчас я уже слишком слаб. Первого догона не хватает, чтобы мипы долбить. Возможно... Там еще и дробаш собрать какой-нибудь. Реген. Че, сколько у них хп? О, у него мало хп, кстати. Блин, я не справлюсь с ним. Я занят, меня херачит. Кто-нибудь. Давай, души, души его! В обратку! О. Но меня уже втроем убили. Хотя нет. Вот это, всемером. А, понятно. Мне нужен аганим. Без аганима я больше на мипа не нападаю. Даже при том, что я был в выигрышной позиции, он и то. Он каким-то образом умудрился пуфнуться. Ровно в тот момент, как я его хукнул. Он либо знал, что я здесь нахожусь, либо он как-то на скрипте это сделал. Потому что он в момент, как я его хукал, он уже пуфнулся. О, 15 хп осталось. Понятно. А я ведь и хотел на якоре поймать. Вашу верхнюю башню атакуют. Просто Ирод на Падже все книги ворует. Чем и пара леса пылесосит, можно поймать его в лесу. Ну, я в соляну не буду его трогать. Он стоит дом. Вон, шейкер, он не у мипа 100%. Но шейкера можно ёбнуть. Вон, мипа мимо прошел. А тут вижен же стоит. Так, а теперь на нас все село выехало. Ну был байбеки чат Леона. Надо было просто меня продать. Такое. Тебя я уйти никак не мог. Блудсикер, ты всегда пишешь, что что-то конкретно не поможет. Дагон не поможет. Хук не поможет. Как видишь, помогает. Наверное, я больше знаю. Где-то настоящего контрит. О, диффуза купил? Серьезно? Мипа? Ага. Тут вон бегает, варды ставят. Стебэбэка. Я мипа поймал, лол! Ой, ты гений, подожди. МВП. Сразу МВП дать, не? Так. Я вообще думал, что я ЦМ-ку поймал, потом только осознал, что она в моей команде. Теперь можно спокойно заходить на байбек его разводить. Проваги нету.
Мы ее толкаем тогда дальше. У них как бы вообще тупо Т3 стоят. Да он нет, скорее всего успеет, он скорее всего так. Ну поковырять хотя бы надо. Они в меньшинстве как раз. Еще одного хукну, там зашибу. А ты можешь ульт разложить и в наглую захерачить. Так, куда ты лезешь, мать твою? За что ты это делаешь? Бэк, назад. Ну, просто взял и зафейлил мне убийство. Покуцали. Я прям вижу ситуацию в голове, как бежит кролик. Ты стреляешь в него из арбалета. И в этот момент мимо пробегает Тинкер. Знаете, вот как вот Макс Пейн в полете пролетает в замедленном. Вот это мой тимбер. А когда Ворти на легионше играет, тогда тимбер превращается в легионше. С такой большой круглой жопой, потому что я себя в жопу ее хукаю. Ой-ой-ой. Так-таки-так. Опа. Стоп, Рошана чекает. Не мейби на Рошану? Еще. Бару сегодня не ждать. Или скидок на клипы. Кто не смотрел Козырьков с Ариза, спойлер. Туда Лизю пошлю. А какой спойлер? Нет, мейба здесь. Я наготове. Спасибо за сотку. Бару хочешь? Блин, я не могу бару, у меня челлендж сейчас. Правда, сейчас я уже не выполняю челлендж, но все равно, надо попытаться выполнить. У меня БКБ, я могу драться со всеми. А, спойлер здесь, наверное, будет. Так, все, я не смотрю. То мало ли, когда не захочу Козырьков посмотреть. Привет, Александр. Шалаши? Опасно рыбу хукать. Он на рвагу их занёт. Очень опасно. Хотими, посмотри где. Ну он... А, я не могу смотреть, у меня боковое зрение, так и хочется глянуть, что там происходит. Сюка. Блин, ничего не видно. Я лучше пойду аганды фармлю. Фармим пока, ничего страшного. А, будет БКБшник в команде, хотя бы у тебя и у меня. Но это ГГ. Мне одного гоним будет достаточно. О, тимбер убил. Ну смотри, если паджика заберут, я возможно баратурму пикну. Невозможно пикнуть, вообще плевать. Только не в мид, наверное. Почти ган готов. Капачка сочная на низу. Эй! Надо продать два брасера, винлейс и купить уже гребаный аганим. Давайте сюда.
Что-то мы как-то зажатые. Я иду, иду. Ну все, для него конечно должно быть сейчас. Рыбу на себя беру. Ой, как красиво. Тимбер зарешал очень сильно. Очень сильно тимбер зарешал. Сейчас он пиздец. Бонки? Хп срезал. Огунимус. Хорошо, книжка. На Винлес не хватает, да? Ну и ладно, все, нормально, нормально. Крипы там. Да, кстати, крипа запертого нету, трабла. Надо теперь блиндагер собрать. Запереть крипа там. А оси выиграем. Дай книжку. Ну окей, Аган готов. Хотя по-хорошему можно было бы и догон попать. Собрать дробашек. Давайте там еще этот ХСЛМ есть, не потрачены. Так, ну я пришел с Аганом, могу тут дела творить. Да, давай, если что, я вот Я тебя поймаю, Ирод. Издеваешься надо мной, да? Бэйн, походу, тоже издевается. Я тут поймал парня. Ладно, пойду дальше ловить. Еще одного поймал. Так. Кончился. Чё? А. Ну это копия была, скорее всего. Он пропал, блядь, фуловый. Ишь какой. Что насчет таких скидок на клипы на пару часов? Сейчас сделаю, сейчас сделаю. Вот уйди. Блядь, ладно. Хотя нет, иди сюда. Ну, нет пушки. У нас есть пила зато. Ля, война. Ну да, гений. На шейкере. Я иду помогать. Это была смешная ролага. На, крюком по балде. Хватит уже хуярить меня. Хотят байбекаться, они задолбали байбекаться. Он без пальца. Таракан мансует. Без пальца, говорите? Меня бруда кусает. Чуть не убил тебя, смотри, аккурат. Ты вообще пробивал? Трон? Давайте, я к вам. Ну-ка ща. Охолай, мухолай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не туды. Так, не. Ахалай, махалай. Да что происходит? Уи! Поймал! Так, теперь снова. Охолай. Мухолай. Так, это что было? Все, я свое дело грязно сделал. Пойду помогу. А, че, где он? Спасибо за игру. Курьер не хукнул. Ну ладно. Что за предсмертный палец в ухо мне залетел? Дрите мне здесь паутины, там ничего не видно даже. Все, окей, это было хорошо.